привет всем, расскажу, что же такое скитур, что называется таким таистным словом. Вообще все очень просто. Это перемещение на лыжах по разному рельефу. Это могут быть сложные горы высокие, это может быть простой лес, это могут быть просто поля. Но в отличие от беговых лыж, скитур нам позволяет именно подниматься в гору без особых затрат усилий и при этом спускаться вниз, как на горных лыжах, получая удовольствие от катания. Сложного в этом ничего нет. По сути, у нас с вами из снаряжения необходима лыжа со специальным креплением, которое позволяет жестко зафиксировать ногу при спуске и отрывать пятку при ходьбе. Это камус, который крепится на лыжу, на лыжах снизу. Он приклеивается, то есть он многоразовый, в отличие от охотничьих камусов. Мы его можем каждый спуск приклеивать, снимать и использовать много раз. И плюс также ботинок, у которого есть положение ходьбы. В этом случае у нас достаточно свободно двигается нога в голеностопе. И положение катания, когда голеностоп жестко фиксируется, и мы можем спускаться вниз. Сейчас у меня лыжи в положении ходьбы. То есть, как видите, у меня голеностоп двигается в ботинке, у меня отрывается пятка, и лыжа у меня скользит вперед и не скользит в обратную сторону, что позволяет мне подниматься вверх по склонам. И таким образом я получаю возможность перемещаться практически по любому рельефу, наслаждаясь прогулкой по лесу, либо по горам, и потом наслаждаясь отличным спуском по нетронутой целине, так как я могу кататься вдали от курортов, где никого нет. Для кого же подходит скитур? Хочу здесь немножко развенчать миф, о котором часто упоминается в разных соцсетях, что скитур — это прям для лосей, которые куда-то лезут в горы, потом там скатываются по каким-то сложным кулуарам. Не совсем так. Скитур, в общем-то, для всех, кто любит ходить. Если вы любите ходить, то скитур вам понравится, потому что вы получаете возможность ходить по лесу, по снегу, и что особенно важно, иногда по этому лесу нет возможности пройти летом, потому что это достаточно сложный рельеф, это какие-то камни, корни, коряги, завалы. Зимой же все это закрывает гладкой поверхностью снега, и мы легко можем по лыжам перемещаться там. Если вам не нравятся крутые кулуары, у вас не хватает навыков или просто нет желания кататься там, то вы можете спокойно скитурить по лесу. Вся Сибирь у нас, пожалуйста, это огромные леса, в которых мы можем скитурить, и однодневные выходы, и многодневные. Но при этом нужно понимать, что если, повторюсь еще раз, нравится ходить, спокойно можете скитурить. Вы можете перемещаться по тайге, по лесу и после этого еще и скатываться обратно, в отличие от снегоступов, в которых вы и туда идете, и обратно идете. Плюс на лыжах гораздо легче подниматься по рельефу, где у нас присутствуют уклоны. Мы можем забираться на горки, мы меньше проваливаемся, меньше устаем и получаем больше удовольствия от спуска. То есть это хороший реальный спуск по целине, которые сейчас на курортах не так-то мало, либо вам придется стоять в очереди ранним утром, чтобы отхватить там 1-2 спуска по целине, а потом все будет уже разбито в бугры. На скитуре не нужно никуда торопиться, весь снег ваш, лес никто не раскатает, кроме вас, и вы спокойно можете наслаждаться неторопливым, вдумчивым катанием.